Ты предчувствовала свою смерть. И тогда ты написала мне прощальное письмо. Письмо? А где оно? Оно со мной. Ну, так дай мне его. Ты что, хочешь прочитать его? Ну, ты дашь, что ли, письмо? Ничего. Я пишу, что всю жизнь любила только тебя. Я его тысячу раз прочел, до дыр почти. Ну и что ты теперь думаешь об этом? Думаю... Судьба нам дает еще один шанс, Рубина.